Здорово всем. Сегодня Фаготен до матери. Это, по-моему, последний забег будет на повышенном Фаготене. Что-то в последнее время он прям часто попадается. Я и не против. До матери, погнали. Это так странно выглядит, когда ты его кидаешь в темноте и свет как бы тоже переносится. Сломанный шприц. Случайный шприц при входе в комнату. Приятная штучка. Иногда полезные дымыша подает. Можно стать синим пацаном. Я уже как-то стал, будучи Кайном. Мне не понравилось. Это я хочу, это очень хорошо. В начале забега получить опции. Превосходно. С боссов сейчас будут почти всегда хорошие предметы падать. Это, конечно, не гарантирует, что будут хорошие предметы, но... Я помню, как я за лоста взял опции, и там все равно все в хп-апах. Спиддаун, вот это плохо. Дудку мне, конечно же, не нужно. Но пусть будет. Может быть, я даже к дьяволу пойду с таким-то количеством хп. Она просто умерла. А может, я потыкаюсь в эту машину, в эту комнату 5 раз, и у меня будет ангельская сделка? Это звучит как очень хороший план, но сначала давайте в золотую. Вдруг там будет вафля? Вафля может попасться в золотой. Или рак. Рак тоже вариант. У меня ключа нету. У меня не было ключа вообще на первом этаже. Я на мать иду вообще-то. Ключ? У меня ключей нет! Я на мать иду, мне ключи нужны. Ребро жадности. Я не думаю, что оно мне сейчас нужно. Оно не дает мини-боссу жадность появляться. Ключ есть. Как минимум. Пошли, может быть, еще один ключ выпадет. Тут, наверное, секретка. Тут куча денег. Главное, случайно сейчас не забросить его в дверь или в сундук какой-нибудь. Так, ну у меня 2 ключа. Открываем, наверное, магазин. Сложно. Да, наверное, я лучше в магазин сначала открою. Секретка здесь. Бомбочки. Купон. Можно взять купон и пойти через дьявола. А можно все еще потыкаться
шипы. Эта тринка замедляет иногда. Выстрелы замедляющие делает. Хочу ли я потыкаться сюда? Да, я хочу. Я хочу. 4, 5, 6, 7. Это неплохо. Разум покажет всю карту. Также я ключ получил, поэтому я могу в золотую сходить. У меня очень мало сердец, но это не беда. Если будет дьявол, то у меня купон есть. Ну, на этом этаже будет ангел. Это уж точно. Потому что у меня уже переключились шансы. Так, ты только плеваться умеешь, да? Противный. Это очень противный босс для меня. Я едва ему два удара успеваю наносить. Окей. Скорость или дамаг? Дамаг лучше, конечно. Это ХП просто. Лучше орбитал взять. Ключей у меня нет, так что секретка хорошо здесь появилась. Можно в магаз зайти бомбой. Оу май, я ждал этого момента. Рекол. Юник. Юник. Круто, да? Более того, когда он возвращается, я неуязвим. И душа, и скелет. Это очень крутая вещь. Это невероятно крутая вещь. Один из лучших бирдрайтов в игре. Он еще дамажит, когда возвращается. Я по привычке возвращаюсь к нему. Он ваншотнул этого толстяка. Бертрайт Альфаготена. Невероятная штука. Так, это ключи. Ключи это хорошо, надо будет прожать их в комнате с кучей врагов. Это не куча врагов. У меня купон. Да, пошли к боссу. Вон что творится. Берем дамагу, потому что уменьшаться я не хочу. А как-то мне сказали, типа, что кость не уменьшается от уменьшения размера, да. Но терза мало что даст мне. Я всегда избегаю этих предметов на уменьшение, потому что я могу увеличиться внезапно. Если я увеличусь после уменьшения... what? Это из-за того, что у меня рекол? А почему? А из-за чего? Из-за Бертрайта? В общем, да, кость меньше обычного размера не становится.
Я обычно не хочу брать уменьшение именно с тем расчетом, что если я увеличусь, то оно не будет работать. А я хочу большую кость, я обожаю большую кость. Тинк. А, блин, надо было в этой комнате прожать карту. Я забыл, что у меня эта карта есть вообще. Ну что, я ее могу с собой просто взять и как-нибудь потом заюзать. Попробуй скелетов кинуть в костер, потом в зеркало. Если я скину скелета в костер, то я стану лостом, очевидно. Блин, это не тот предмет, который я хотел бы взять. Компост превращает пикапы в мух-пауков и удваивает то, что у тебя уже есть. Мух-пауков удваивает. Чаще всего это бесполезный предмет. И он работает обычно, когда у тебя прямо очень много урона, и комната не уничтожается, не уничтожает всех твоих пауков или мух. То есть она хорошо, в хорошей ситуации делает еще лучше. Скорострельность. Сколько рекол, интересно, будет дамажить по боссу? Неважно. Попозже посмотрим. Скорострельность хп или дамага? Но дамага только наполовину выстрелов. Наверное, я здесь все-таки предпочту скорострельность и хп. Филигранное перо было бы интересным, если бы у меня сейчас дьявольская сделка открылась. А так она еще не открылась. То есть я могу и по дьяволу пойти все еще. А, если я через купон буду ходить, знаете, наверное, я все-таки возьму филигранное перо. Оно позволяет с ангелов получать предметы вместо половины ключа. И сейчас следующая сделка будет дьявольской. Я могу там купоном что-нибудь приобрести. И ангел все еще может появиться после этого. А 10 удачи, ну ладно уж. Не так критично. Паралич. Паралич. А тут всего 3 врага, ну ладно. Мне не нужно так уж много ключей. Мега-бомбы, это замечательно. Что-то за... до магазина? Блин, вот где мне надо было применять. Ну тут и так 3 ключа, кстати. Все, теперь у меня ключей до хрена. Как же я тащусь играть с реколом? Это прямо персонаж кардинально другой. Монументально другой. Так. Декор. Ищем декор. Травка. Хорошая комната. Перевернутый маг — это отталкивание выстрелов, не особо полезно. Звезды сэкономит ключ, но у меня уже много ключей, а я не знаю, что здесь, да. Рюкзак.
Наугад. У меня есть хорошие пилюли. Так что я не против. Пошли в секретку зайдем. И это тоже пройдем, почему бы и нет. Привет, нет. Вчера играл на теке Перес D-1. Прожал его на прыщ. Но вместо гладкой жадности появился сразу мешок с мешками. Аккумулятора не было. Гладко открыто. Почему так могло произойти? Спасибо большое, Арсфан. Сейчас гляну. Давайте проверим. Глотка жадности, прыщ. Может быть, она у тебя не могла появиться? Это качество 1, может быть, у тебя была орба. Типа, D-1 откатывает до сюда. Если аккумулятор туда-сюда. То есть она, утверждаешь, открыта у тебя. Если бы она была закрыта, она бы пропущена была, да. Орба не открыта. Я не представляю, по какой причине она могла пропуститься. Порядок правильный. А может, ты перепутал прыщ? Может быть, это не тот прыщ? Я не знаю. Это очень странно звучит. Это... наверняка какая-то... странная фигня, которую сразу же не увидел. Которую, ну, непонятно, что было в общем. Либо глотка жадности все-таки закрыта. Либо что-то там еще было, что недосмотрено было. Может быть, моды какие-нибудь виноваты, кстати. Может быть... а у кипера есть места, где глотка жадности не может не появиться? Я сначала подумал как раз, что за кипера может не появляться глотка жадности где-то. Но я не уверен насчет этого. Хаос? Не, хаос не будет работать на D-1. Он все правильно делает. Уменьшает ID предмета. О, белое сердце. У меня же бэбик, когда в него стреляют, может белое сердце оставить. Это довольно удобно, потому что я могу просто закинуть персонажа под врага.
Can't join. Круто. Очень круто. Кости теперь 3. Все? Все. Глина могла дать аккумулятор. Блин, это было бы забавно. А, я не могу взять бомбу, пока я держу скелета. Ну да. Логично. Не в первый раз такое. Стопорюсь на этом. Ничего себе, его снесло как от футболева. Я не могу активировать активку, потому что у меня паралич действовал. Двойные карты. Давай возьмем, потому что у меня тут карта звезд. Еще одну вы дали. Карта звезд дает здесь дополнительный предмет, если ее активировать. Ну и теперь у меня есть 2 слота для брелока. Мне не жалко 2 бомбы сейчас. Это будет халявно, потому что у меня полет. Более того, я еще и сокращаю дистанцию бросками. Халява. И сразу медленным таким стал. Пошли в секретку зайдем. Шо спит? Ой, шо спит, говорю. Спидап. Именно то, что нужно, то, чего мне не хватало. Ах ты ж, подо мной появился. Стоило ожидать. Полированная кость. Ангел, отлично. И скорость еще дали. Отлично. И ваза. Ваза на фаготоне. Это будет очень странно. Я не буду вазу на фаготоне использовать. Пусть лучше пилюльки иногда попадаются какие-нибудь. Я иногда забываю про рекол. Да не то чтобы забываю, просто это неестественно. И я иногда просто не задумываюсь. Гела.
Ну как бы давай вместо пилюльницы. Не хочу проходить эту душную комнату. Это очень странная комбинация. Куда мне столько сердец? Это получше. Да, я согласен. Перышко — это очень круто. Блин, вообще никого не задеваю. Я выкинул гела, потому что мне просто не хочется им пользоваться сейчас. Это странно как-то. Декап атак на Фаготине работает как работает. Очень странно и забавно. Ты будешь выкидывать бошку, которая будет выкидывать бошку. У меня как-то в нарезках этот момент еще был. Я долго ржал. А это бесполезная вещь. Скелеты от Брока. Полированная кость. Крутая штука. А. Точно без шопы. Козел. Козел. Ой. Я забыл, что эта комната не пройдена. Буквально впервые в нее захожу. А, да. Абель. Ну, у меня уже есть превращение. Серафим в итоге тоже часть превращения. Удачи. Скидка появилась, потому что у меня купон. Это его пассивка. У активки есть пассивки. Ай, там костер остался. Ты умрешь? Коронованный. Сколько у тебя хп?
Наверное, я Polaroid предпочту, потому что у меня все синие сердца. И мне будет очень удобно ловить неуязвимость. Рекол не открывается, это не предмет, который можно подобрать. Рекол тебе дают, когда у тебя Birthright. Birthright дает рекол на этом персонаже. Я прямиком к боссу пойду. Зачем терять время? Как его снесло, забавно. Кубик. Кубик я хочу. Одноразовый D6 и D20 одновременно. Удачно. А, ты не умер, да? Потому что ты химера. Хочу ли я скорость? Лестница поздновато для лестницы, но ладно уж. Один этаж с лестницей будет интересным. Скорости мне хватает. Я возьму скорострельность. Ну... А, у меня перо. Я позабыл об этом. Все равно фигня всякая. Но мне кажется, стоит брать, да, потому что... Блин, у меня еще и Dice Shard. А, можно было еще купон прожать, чтобы купить второй предмет. Мне кажется, что тут должны быть предметы получше, чем то, что у меня было. Главное, вон туда не выйти. Дохлая кошка. Людовик. Подождите, а Людовик за Фаготана... За Альфаготана так же, как и за Фаготана работает? Да-да-да-да-да. Людовик интересно работает. Слеза к тебе возвращается, ты не управляешь. Когда она к тебе подходит, она... Ты ее можешь ударить вот так. Что это за предметы? Шоколадка? Вау. Лестница. Я могу взять душу Идена и... Зарядить ее? Почему бы и нет? Листик. Дартрайт вернулся. Печеньки. Дамаг. 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 Revelation. Будет ли от него толк вообще? Я его могу заряжать, пока я держу. А, стоп. Если начать заряжать его сразу же, как только... Погодите, погодите. Это, короче, такая штука.
Как я это сделал? Это очень сложно сделать, на самом деле. Короче, там анимация есть, которую, если прервать, то ты не начнешь атаку. И так как ты не начнешь атаку, то ты можешь его и не выкинуть. Гильотина. Ну-ка. Во! То есть надо прямо моментально начать заряжать следующую. То есть это реально сложно. С мавом попроще, у мава анимация подольше. У мава то же самое можно сделать. То есть, видите? Это, наверное, в основном из-за шоколада. И да, что значит... Что значит листик за Альтфаготена? Вы как-то хотели, чтобы я с помощью листика хоть как-то проходил? Хотя бы раз. Так вот. Технически скелет не двигается. И так как скелет не двигается и ничего не делает, то он неуязвим, потому что он с листиком. Вот такие дела. А где его башка вообще? Почему я бошку его не вижу? Когда я его держу, у него нет башки от гильотины? Что? Ладно. Ой, лень до секретки идти, я просто прожму его здесь. А чё, звезды не будет? А звезда осталась в той комнате? Отстой. Это долго. Как-то непонятно, Людовик работает, потому что он вроде бы дамажит, а вроде бы и не дамажит. Ну да, он дамажит, как обычный Людовик, как слеза, которая стреляет столько, сколько у тебя скорострельность. В итоге билд какой-то слабенький. Но если учитывать наличие листика, то это, ну, самый сильный билд в игре. Потому что можно просто взять и быть неуязвимым. Ты мне ничего не сделаешь. У тебя здесь нет власти. Тринку пустое сердце открыли. Или полое сердце. Хорошая штучка при переходе на этаж дает костяное сердце. Весь ее эффект. Стабильно, надежно. Что ж. На этом все. До скорого.